Брайан Трейси. Благодарность. Написание книги — невероятно трудное дело, в особенности, если вы никогда ничего подобного раньше не делали. Оно требует многолетних исследований и опыта, а затем многомесячного, если не многолетнего, сочинения и переписывания. Эта книга — результат многих часов, потраченных мной на проведение семинаров. Она основана на множестве идей и наблюдений со стороны тысяч людей, с которыми я имел удовольствие работать в течение длительного времени. Вся моя жизнь — это длительный и непрерывный процесс личного и профессионального развития, включающий чтение тысяч книг и статей, многочасовое изучение аудиозаписей, посещение бесчисленных курсов и семинаров. Как говорил Теннисон в своей поэме «Уиллис», я — часть всего того, что мне довелось узнать. Я нахожусь под влиянием большого числа людей. И многих из них я не могу припомнить, и я хочу поблагодарить хотя бы некоторых из них за то, что сделало появление этой книги возможным. Во-первых, я хотел бы поблагодарить немало чудесных людей, посещавших мои семинары и лекции за все годы, что я их вел. Их озарение, наблюдение и личный опыт бесценны для меня и пригодились для написания этой книги. Те, кого я здесь не упомяну, поймут, что речь идет о них. И я хочу, чтобы они знали, моя благодарность им не знает границ. В особенности я благодарен покойному Джону Бойлу за то, что он открыл мне глаза на роль разума в предопределении всего, что с нами происходит. Я благодарен Эрлу Найтингейлу за его чудесные откровения в области потенциала заурядной личности и Деннису Уэйтли за обобщение принципов успеха в его аудиокурсе «Психология выигрыша». Множество замечательных мыслителей, писателей и ораторов, таких как Стивен Кови, Кен Бланшер, Том Петере, а также Зиг Зиглар, Джим Рон, Тони Робинс и Уэйн Дайер оказали значительное влияние на формирование моих идей. Я особенно благодарен моим друзьям из Nightingale Conant Corporation, Вику Конанту, Кевину Майк Иннелли, Майку Уилбенду и Джилл Скетчер, работавшим со мной много лет и обеспечивавшим отличное качество аудиозаписи моих идей. Я очень благодарен спонсорам моих семинаров Джону Хаммонду, Дэну Бретленду, Джиму Кауфману и Сьюэн Санедж, благодаря которым излагаемые в книге принципы стали доступны тысячам участников этих семинаров, проведенных за многие годы почти во всех крупных городах Северной Америки. В моей компании раньше и сейчас были и есть люди, которые оказали мне неизмеримую помощь. Моя сердечная благодарность Виктору Рислингу, который работал со мной многие годы, отдавая всего себя работе, и внес существенный вклад в мою карьеру на ее начальной стадии. Я благодарю моего друга и делового партнера Майкла Вулфа, моего директора по маркетингу Донну Валерили, моих помощников и секретарей Мэвис Хэнкок и Ширли Ведстоун. Без их помощи в наборе рукописи эта книга никогда бы не была завершена. Я благодарю моих друзей из Simon & Schuster, особенно редактора Боба Бендера за их поддержку и вдохновение в подготовке рукописи. Без них эта книга не увидела бы свет. Возможно, самым важным человеком во всем этом процессе была Маргарет Макбрайт, мой литературный агент, чья вера в меня и мои силы послужила мне искрой, воспламенившей меня, вдохновившей на написание этой книги более чем что-либо другое. Спасибо, Маргарет. Один из самых важных уроков, который я усвоил в жизни, заключается в том, что никто никогда ничего не делает в одиночку. Мы зависим от других абсолютно во всем. Я хотел бы поблагодарить еще очень многих, но на это просто не хватит места. Так что я завершу этот раздел благодарностью моей чудесной жене Барбаре за все, а в особенности за терпеливое отношение ко мне в течение всех тех месяцев, которые я отдал работе над книгой, а также моим дорогим детям — Кристине, Майклу, Дэвиду и Катерине, на которых у меня постоянно не хватало времени. Я обещаю возместить вам это. Введение. Эта книга с любовью посвящается моей чудесной жене Барбаре, лучшему другу, жене, матери и коллеге, о ком я только мог мечтать. Благослови тебя, Бог —